После того, когда стало понятно, что все совсем не так, вот это ощущение, что все совсем не так, как казалось, да, раньше, то пропало вот это видится, что ничего не зависит от того, что ты желаешь или не желаешь, или хочешь что-то. То есть понятно, что это абсолютно никак не влияет на то, что как оно, ну, в реальности все есть. Да, ничего не Да. бывает вообще. Вот если мы возьмем мышку и мы будем на нее смотреть, да, и если мы будем записывать и смотреть на нее, смотреть на нее, смотреть на нее, мы потом себе можем присвоить, сказать, это мы нашим взглядом растворили мышку. А что мы делали? Мы просто на нее смотрели, мы наблюдали. Так же и ты наблюдаешь за чем-то, и оно живет. То ты, если проявленная как наблюдатель, просто наблюдай за всем. Если ты хочешь что-то менять, ты меняешь. Если не хочешь менять, не меняешь. Но есть наблюдение, есть уже осознавание того, что можно прожить и так, и так. Можно довериться жизни, она пусть проживает. И можно, вот, допустим, у меня появился насморк, да? Мне что, надо бежать в аптеку, купить какие-то лекарства, чтобы запшикать или выпить таблетки, чтобы избавиться от насморка? Это он сам пройдет. Не беспокоиться за то, что сейчас у тебя нет того, что было. То, что ты видела, это... Да, это круто. Что ты делала для того, что ты видела? Ничего. Ничего, ничего. Ты мне же это раньше говорил, и я это хорошо помню, что ничего абсолютно не, ты не делаешь для того, чтобы происходило то или иное. Ну, и вот это ничего, оно тебя может или порвать на куски, или может тебя дальше еще содержать в таком же состоянии. Вот это ничего, оно только здесь. Ничего, щит. Ничего не делая, а делая, блин, ну это офигеть. И вот это, пусть он ничего не делает. И не нужно понимать. Потому что когда ты говоришь, что ты поняла, ты тогда повлеклась в ту, которая поняла. И она такая, о. Блин, я понял, и сейчас мне надо это сделать, чтобы я то, что понял, а чтобы это со мной случилось. Мне тогда, когда на ретрите это произошло, вообще не хотелось говорить об этом. То есть не было никакого посыла, да, это как-то произнести или... Потом прошло время, и появилась мысль. А вдруг ты опять что-то неправильно, ну, как бы, понимаешь, надо разобраться, спроси. Ну, ты все карты раскрыла, блин, про ретрит, про смотрение в глаза. Как вы люди говорите, а мне в глаз смотри, пожалуйста. Мы тоже хотим, чтобы это было случилось, как с Евгением. Ну, блин, ладно. Это не я. Карты раскрыла, они сами раскрыли. Это сознание. Я просто шучу.